мух на поле остался. На улице хорошо, но дома лучше поиграть в телефон. О, Софийка, привет. Ай, блин, вырубился. Наверное, уже батарея села. Ну ничего, я сейчас быстренько поставлю на зарядку и буду играть. Софи, ты не знаешь, где зарядные? Нет, не зеряю. Ладно, значит, сам поищу. Все, пусть заряжается. А я пойду поем пока. Что у нас есть покушать? О, супчик мой любимый. Ну вот, хватит. Ай, как вкусненько. Привет. Ты уже дома? Да, Лен тут с Софийкой. Плохо я нагулялся. Пойду в телефон поиграю. Сейчас какой-нибудь бой проведу. Что-то он не включается. Блин, батарея села. Так, пойду-ка я возьму зарядное. О, тут осенняя заряжается. Ладно, пойду возьму другое. Ой, наелся. Что же теперь делать? Все равно телефон на зарядке. Ай, ладно, не нашел никакого зарядного. Осеннего возьму. Хватит осеннего, хорошо понемножку. Ладно, пойду полежу пока. Ладно, да, пойду посмотрю, сколько процентов зарядилось. А чего это Саша мою зарядку подсоединил к своему телефону? Что, другой найти не мог? Сейчас все исправим. Всего лишь 3%. Ладно, пойду литературу на завтра почитаю. Что там Асеня делал с моим телефоном? Не понял, что это он мой телефон снял с зарядки, поставил свой. Все, готово. Я тогда прадедушка Мороз заново набил петь. Жили теперь дружно. Все, прочитал. Наверное, теперь мой телефон зарядился. Не понял, кто снова поменял зарядки на Сашин телефон? Саша, зачем ты это делаешь? Мой телефон за этого не заряжается. Да фиг, я положил его на место. Зарядок других нет, и мой будет первым заряжаться. Нет, Саша, твой будет заряжаться по очереди. Я нашел зарядку первый, так что будет по-моему. Хлоп. У меня он совсем не зарядился. Ты что, сразу выключил? Только 4%. Сейчас ты у меня получишь. Что, ты снова вредничаешь? Сначала будет заряжаться мой, причем полная батарея.
Этому не бывать. Сейчас я тебе нерфом покажу, как вредничать. Все, осталось нерфом взять. Вот, Саня, получили! Ты что забрал зарядное? Быстро вернул. Ничего я тебе не отдам, это не твоя зарядка, я зарядку нашел. Побежал я на улицу, чтобы он меня не достал. Это не твое зарядное, куда ты побежал? Все, Сеня, держись. Сдавайся. Ладно, сдаюсь. А теперь сдавай оружие. А теперь отдавай зарядные. Ай, ладно, и зарядные дам. О, нет зарядного. Как нет? Ты же его сюда в карман положил. Смотри, Саша, нету. Видишь, нету его. Ты что, потеряла его где-то? Это же было папино последнее зарядное. Вот нам теперь достанется. Видишь, Саша, ты во всем виноват, нечего было хитрить. Теперь главное, чтобы папа не узнал. Пошли домой, ворона. А Сеня, теперь смотри, что папа не спросил про зарядное, то иначе нам капут. Понял, понял. Пойду уроки делать. Да, Лёня, не-не, виси. Виси на телефоне, подожди. 30 секунд до выключения. Я сейчас не могу. Где зарядная? Зарядная, быстрее несите, пацаны. 10 секунд. Где зарядная? Опа, мы попали. Нет, было здесь, где зарядная? Это ж надо ему зарядная прямо сейчас понадобилась. Вот мы влипли. Пап, оно потерялось. Все. Не успел договорить. Оно у нас одно. Как оно могло дома потеряться? Папа, оно не дома. Оно того, на улице. Того? Кого? На какой улице, Арсений? Папа, кое-кто его там потерял. Ага, так, а почему патроны везде, нерфы валяются? Что уже здесь было? Папа, кто-то зарядку отобрал. Ну, я вам сейчас зарядное устрою. Папа, иди посидеть. Зарядка нашлась. Ну-ка, давай, дочь, сначала мой телефон срочно зарядим. Ну, пацаны, это вам повезло. Так бы сейчас тут размастодонил бы всех. Софишка, спасибо, сестричка. Сейчас папочка зарядит свой, тебе получатель зарядит.
Ребята, вы были на канале Брошоу. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. Пишите комментарии. Ребята, информация касательно конкурса. Мы решили, что мы снимем ролики всех претендентов. И вот это, ребята, ролик нашего первого претендента на Нерф. Кто узнал свою идею, ставь лайк. Ты уже в конкурсе.